Югра поделилась опытом импортозамещения в здравоохранении. Губернатор Наталья Комарова представила наработки нашего региона на всероссийском совещании под эгидой партии «Единая Россия». Глава региона рассказала про обновление медицинского оборудования. Проект реализуется совместно с компанией РТ «Социальная сфера» в больницах 5 югорских городов, в том числе в 2 так называемых медицинских хабах – Сургуте и Ханты-Мансийске. Также в Югре по поручению президента России продолжают создавать научно-технологический центр «Юнити Парк». Его первая единица – Центр высоких биомедицинских технологий. В нем будут создавать тест-системы для диагностики наследственных, онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний. В апреле 2022 года региональный фонд научно-технологического развития заключил инвестиционное соглашение с компанией «Шваба Москва» на проектирование и строительство центра. В разработке концепции проекта принимают участие десятки ученых из федеральных научно-исследовательских институтов в области медицины, прежде всего генетики. Проект по созданию центра синхронизирован с решениями по техническому импортозамещению. При проектировании акцент сделан на применение оборудования отечественного производства по перечню, который согласован экспертным сообществом в этой области. Югорчане поздравят бойцов СВО с Днем защитника Отечества. В округе стартовала акция «Посылки из дома». Все неравнодушные жители региона до 8 февраля могут принести их в местное отделение «Единая Россия». Волонтеры принимают продукты длительного хранения, средства личной гигиены и одежду. Также организаторы призвали написать письма со словами поддержки и открытки с поздравлениями. Посылки до 23 февраля направят в батальоны «Иртыш», «Югра» и другие воинские части, где проходят службу югорчане. Жители очень хорошо насобирали сейчас вот гуманитарную помощь. Дальше собирают. Вот мы привезли первый сбор, привезли, сколько вошло в машину. На той неделе мы еще привезем. Сейчас еще организации, детский сад, больница будут собирать. Мы думаем, что и дальше будем заботиться о наших солдатах, потому что из нашего поселка тоже много ушло. У родственников военнослужащих из Югры появился телеграм-чат. Его создали добровольцы гумкорпуса, чтобы родные и близкие участников СВО могли между собой общаться, получать поддержку, делиться радостями и переживаниями. Запросы югорчан, поступившие через мессенджер, будут передаваться профильным специалистам, психологам, волонтерам и сотрудникам департаментов. Кроме того, чат «Комитет семей и воинов Отечества Югра» позволит оперативно реагировать на срочные просьбы. Также о проблемах военных, требующих незамедлительного решения, можно сообщить на электронную почту гумкорпуса. Югорские спортсмены завоевали 2 золота и серебро на единых играх специальной олимпиады. Речь идет о соревнованиях среди людей с инвалидностью. Единые игры проходят впервые в Казани. Особенность этого международного турнира в том, что здесь собрались атлеты как зимних, так и летних видов спорта. Всего более 2000 спортсменов. В играх принимают участие 17 югорчан. В первый соревновательный день отличились югорские лыжники. Максим Мыльников показал лучший результат на дистанции 2,5 километра свободным стилем. На аналогичной дистанции у девушек сургутянка Дарья Семененко завоевала серебро. А в гонке на 5 километров золото у Вероники Коневой. Отлично. Трасса была очень хорошая, подготовлена. Спасибо тренеру, что он лыжи подготовил. Соперники были очень хорошие, сильные, но я их смог одолеть.